Конечно, пойду. Вот. Но свой выбор рассекречивать не буду. А каким должен быть президент, на ваш взгляд? Ответственным. Защищать свои интересы своего народа, интересы страны. Будущему президенту стоит большая задача. Помоги ему, Господи, с этим делом справиться, поднять нашу страну, оставить нашу независимость. Справедливым делать все для людей. Он таким и является. Чего ожидаете от нового президента? Я думаю, будет не новый президент. Я думаю, все останется на своих местах. Ну, все хорошо будет, проголосуем за кого надо. Пойду, потому что сейчас такая ситуация, ну, все знают, какая. Вот, думаю, выбор очевиден, кто что за кого. Надеюсь, то, что скоро все-таки это все закончится. Вот. А так, конечно, пойду, да. Хотелось бы, чтобы война кончилась скорее, чтобы наши мальчики пришли домой. Короче, это самое главное для нас. Вот. Ну, чтобы все было хорошо.